Да смывайся уже, эта розовая краска, сколько можно? Смылась? Ну, вроде наконец-то да. Просто посмотрите. У меня вся майка розовая, потому что я уже голову мою в шестой раз. Я шесть раз голову мыл. Выключить! Мелкий, ты что за мной подглядывал, собака? Понимаешь, мелкий? Шесть раз голову мыл. Шесть раз мыл голову, и она только сейчас отмылась. Неси Head & Shoulders, неси этот шампунь, есть? Мне кажется, я уже весь израсходовал. Все, больше никогда в жизни не буду красить голову для серии. С ума сойти можно. Мелкий, у нас много дел. Первое, что мы с тобой должны сделать, побежать на второй этаж. Иди сюда, мелкий, иди сюда. Ты помнишь то, что мы с тобой в предыдущих сериях выложили целых два ролика на YouTube? Ты это помнишь? Первый ролик, когда я побил бомжей, а второй ролик... ресторан Эдуардо Перециано, который откроется в ближайшее время. Мамой клянусь, вот прям скоро откроется. Вот, они там, вот на ютубе. И нам сегодня нужно забрать баблишко. Ну, за эти два ролика, за которые я выложил. Но это еще так же не все, мелкий. Есть третий ролик с Катей. Да. И с Катей мы вот прям на камеру жрали скорпионов. Вот реально. Вот если ты не веришь, посмотри обязательно мой второй канал, потому что там в ближайшее время... как много всего интересного будет выходить. Третья часть пробуем на втором канале. Опа! Вот подсказочка на него, тыкай обязательно. И также в описании я ставлю ссылочку на этот ролик. Мелкий, ты смотрел новую серию? Вот молодец. Кто смотрел, молодец. Кто не смотрел, тот выхухоль пограничная. Да, поэтому, мелкий, пеняй на себя, если ты не смотришь ролики на втором канале. Рогатку спрятал. Банки на автобусную остановку. Там уже буквально через минут 5 придет автобус, который отвезет нас в город. Мел, кстати, я ж не говорил то, что в этой серии мы отправимся совершенно в другой город. Это первый в истории случай. Первый за 120 серий жизни ютубера, когда мы выедем из города ютуберов и поедем вообще совершенно в другой город. Там, где живет вот этот богатый школьник. Потому что в этой серии этот богатый школьник нам покажет свой дом. Свой дом! И посмотрим, хорошо ли он там живет или нет. А за то, что я его выложу на YouTube, он даст еще нам один стак золотых монет. Здорово, банкир! Здорово! Опа! 58 золотых монет. Мелкий, у меня уже полтора стака золотых монет. И у меня еще в заначке там очень много. Лето наступит, все пойдут на каникулы. А я с тобой, мелкий, куплю себе дачу. Вот дачу за городом, бассейнчик себе там построю. Буду пшеницу выращивать, картошку. Катя будет приходить картошку копать, а потом мне пюрешку делать, а потом опять картошку копать, а потом жареную картошку делать, а потом еще раз картошку пойдет копать, вот. И потом деруны будет делать. Любишь деруны, мелкий? Вот я не люблю. Но она делать будет. Короче, я сейчас оставлю все свои вещи здесь в сундуке, потому что фиг его знает, мы сейчас едем вообще в другой город, а в другом городе, возможно, там криминал, преступность, и все мои вещи, вот, заберут себе, украдут. Поэтому я оставляю все здесь и беру только камеру. Где моя камера, мелкий? Камеру я забыл в ресторане, когда снимал рекламу с мелким. Сейчас ее быстро... Да, вот она. Сейчас ее быстренько заберу, и мелкий, там автобуса еще не было! Пошли. Давай, быстро! Шевели яйцами, мелкий! Побежали. Так, автобуса еще не было. Или, возможно, мы его уже просрали, я не знаю. Посидим, подождем. Автобус приедет, и мы уедем. Мы подождем автобуса, поедем в другой город и вернемся. Потому что до города Жопосливка ехать очень долго. Часов 5. Поэтому вся ночь впереди, мелкий. Остановка Жопосливка. А будешь водичку, мелкий, Ля! Мелкий, скажи ля! Не умеешь, конечно, ты же не мой. Ты посмотри! В нашем городе жизнь ютубера такого точно нет. Ты посмотри, здесь сколько высоток, пятиэтажки. А здесь вообще сколько? Здесь этажей 9. Смотри, там спортзал или что-то в этом роде. Ёпперес, это, слушай, мелкий, может мы с тобой когда-то сюда переедем жить?
Да, шо, а почему я не знал то, что рядом с нашим городом вот этот город есть? Ищи на доме надпись Ленина 53. Точнее, улица Ленина, дом 53. Нужно идти. Он мне говорил то, что это самый высокий дом в городе, поэтому почему-то мне кажется, что это вот этот красный. Или вот этот красный. Ну, или вот этот, который слева, или вот этот, который справа. Так. Ну, знаешь, мелкий, как это обычно бывает, куда мы свою задницу засунем, там сразу полиция появляется. Знаешь, прям нюх. Ну, не нюх задницы, а нюх полиции на нашу задницу. Вот, потому что мы как бы криминалисты, бандиты, еще те. Еще одна полицейская машина. Проход запрещен. И два трупа валяются. Слушай, ну такого даже в городе ютуберов нет. Ну ладно. Опа, Ленина 53. Ну что-то как-то мне стремновато туда заходить, я ничего не понимаю. Подожди, если здесь полиция, если здесь трупы, значит здесь какое-то расследование проходит. Я полагаю то, что мы с тобой вообще не вовремя сюда пришли. Мелкий, держись за мной, слезь с этой стремянки. Пошли, мелкий. Бабуль, здравствуйте, а мы... Ты с ума сошла, карга старая! Там мы в гости пришли! У скотины, подонки, опять пенсию воровать пришли! Какие скотины, подонки! Мы никакую пенсию не пришли воровать! Бабуль, успокойтесь, смотрите, колотить, вы меня сейчас убьете! О! Опу! Коней приспустили! Бабуль! Бабуль! Мы пришли! Мы блогеры! Мы блогеры! Мы пришли вот это снимать! Ролики пришли снимать! Блогеры, понимаешь? Блогеры! Хуёгер! Да-да-да! Нихуя! Вот это, ладно, по-другому выразимся. Камеру, мы сперва канала, мелкий, успокойся. Агрессивный ты, бабуль, не бейте его, он слишком агрессивный. Вот. Мы с первого канала, мы с первого канала пришли, репортаж снимать, знаешь, вот эти, Малахов там пусть говорят, вот эти там кто-то кого-то убил, кто-то там кого-то дочь, кто-то там батя бросил, там кто-то набухалась, потом Шурыгина и вот это все, да, вот, мы с первого канала репортаж пришли снимать, вот, бабулька, если хотите, можем вас снять, хотя я на самом деле снял, как вы нам по заднице надавали. Вот, поэтому, ну, ожидайте, скоро себя увидите на первом канале. Все, бабуль, мы пошли. Я как-то, знаешь, двоякие такие ощущения у меня. Мы еще даже не успели зайти в этот город. Тут уже какая... Мы не подозрительные, бабуль, это вы нам сказали то, что мы блогеры-хуёгеры. Это вы еще говорите то, что мы подозрители. Пошли. Подожди, там вот этот школотрон мне написал свой адрес. Ага, Ленина 53. Ага, четвертый этаж. Третий этаж. Это второй этаж, это третий. А, нет, все же четвертый. Я просто тупой, мелкий, не обращаю внимания. Так, Проход запрещен. Я знаю то, что проход запрещен. Вы здесь три раза написали то, что проход запрещен. Зачем еще один раз говорить то, что проход запрещен? Давайте тогда еще здесь несколько вот этих табличек напишем то, что проход запрещен. И давайте вы еще раз скажите то, что проход запрещен. Мелкий, мы с тобой поняли то, что проход запрещен? Нет, мы не поняли то, что проход запрещен. Поэтому мы пройдем. Спасибо большое за приглашение. Спасибо большое. Короче, произошло ограбление. Начальник? Мы здесь ни при чем! Мы в город приехали 3 минуты назад! Мы ничего еще не успели сделать! Если вы на нас это все ссылаете, это не мы! Мелкий, вот я говорю то, что не мы ищем проблемы, а проблемы нас находят. Господин начальник, капитан-майор, мы ничего не делали. Подожди, какая квартира? 4-й этаж, 42-я квартира. А, так вот! Нам же в эту квартиру! Откройте! Ну в эту квартиру, господин начальник, капитан-майор! Тут школьник богатый живет, мы с ним вот там ролик будем записывать. Вот богатый школьник, вот камера. Нельзя. Ну, если нельзя, то, конечно, нельзя, но как бы не во... Уберите волыну. Волыну уберите. Да откройте уже двери! Уйдите, пожалуйста, здесь произошло преступление. Слушай, мелкий, опа! Опа, школьник, иди сюда, здорово! Мы в гости к школьнику. Подожди, школьник, мелкий, иди сюда, быстро. Снимай эту всю лабуду, тут преступление какое-то произошло. Снимай это все, потом на YouTube выложим. Контент пилим, сынок! Ну, в смысле, не сынок, я, ну... Ну, мелкий. Вот, школьник, здорово. Вот! Жопу приперли свои, наконец-то. И я, и мелкий сейчас будем записывать с тобой ролик. Привет, я не могу сейчас снимать. В смысле, ты не можешь сейчас снимать? Ты мне каждый день...
парил мозги, чтобы я пришел к тебе в гости. Ты мне дал стак золотых монет. Мы с тобой договаривались снимать ролик. А сейчас ты мне говоришь, что ты не можешь? Меня ограбили. А так это тебя ограбили. Это бабушка, которая на первом этаже, она нам люлей прописала. Она подумала то, что мы пришли опять тебя грабить. У меня ничего нет, нечего снимать. Да ты не парься, школьник, есть что снимать. Место преступления все же как-никак. Шок-контент, там богатого школьника что-то там ограбили. Поэтому, ты где мелкий? Мелкий, все, давай, заходим. Мы в гости. Заходи. Ну, в смысле, не надо, мелкий, Школьник, мы пришли снимать, как ты дорого-богато живешь, но походу тебя грабанули, поэтому сейчас будем снимать, как здесь людей, ну, вот это, кукарачу. Или что-то в этом роде. Здравствуйте. Мелкий, с бутылкой слезь, что за тупая привычка. Так, господин и полицейский, рассказывайте, здравия желаю, рассказывайте, что здесь произошло, мелкий, ты камеру достань и все снимай, ставь камеру куда-то, снимай это все. Грабитель после ограбления спрыгнул в окно. Шок-контент! Грабитель после ограбления грабанул грабителя после того, как спрыгнул в окно. Так, стоять, предоставьте документы. А у нас документов нет, мы с первого канала. Репортер Сергей Пионерский. Мы пришли знімати для українського телебачення. Українське телебачення, перший телеканал, телеканал будущого нового президента Української Федерації. Или прес-карту вашу. У меня нет ничего, мелкий, у меня нет никакой пресс-карты. Вот. Это все есть, я все скинул, вот, там все написано. Вот, это там все есть. Только дайте, пожалуйста, обратно. Это ключи от дома. Надеюсь, что он поверит. Все, отдайте, все. Смотри мне, да смотрю. Все чисто, разрешение на съемку есть, хорошо. Мелкий, заходи, следи за нами, следи. Камеру забери. Так, мелкий, снимай, здесь следы. Преступник после того... Так, на меня камеру направь. Преступник после того, как ограбил богатого школьника, выпрыгнул в окно. Походу вот туда. Это его гроб или что? Или он на тележке выпрыгнул, дебил отошел? Мелкий снял? Все снял? Все, пошли дальше. Так, что здесь есть еще на тележке? Следы преступления не затаптывайте. Да мы ничего не затаптываем, мы пришли тут снимать. Мы с украинского телебачения. Все нормально. Так, проход запрещен. Опять проход запрещен. И там проход запрещен. У вас везде здесь проход запрещен. Так, мелкий, пошли. Опа. Так, господин и полицейский, я вас попрошу охранять эту комнату и сюда не заходить. Там будет секретная съемка, которая вот, не заходить. Так, ага. Кто-то, походу, здесь деградирует в этой комнате, да? Фейса слушаешь? Ну, вот это сюрприз. Я надеюсь, что здесь больше не будет вот таких сюрпризов, потому что я не ожидал. Что может быть хуже, чем слушать Фейса? Ой... Вот что может быть хуже, чем слушать Фейса, смотреть дебильных нубиков на Ютубе. Нубик, иди сюда, нубик. Пацан, я такого дебилизма от тебя не ожидал, конечно. Мелкий, сними это все, сними. Сними Фейса обязательно и сними ее нубика. Это старая, да, вчерашняя, наверное, да, старая. Так, опа. Пикачу. Я тоже хочу Пикачу. Пришлось повешать, чтобы заполнить комнату, ибо нас ограбили. Ну да. Ну, ладно, школьник, ты говоришь, что нечего снимать, но ты как бы нам еще стак золотых монет должен, ты это помнишь? Вот там золотую цепь с Фейса сними, продай ее и нам баблишки гони. А у меня нет. А мне как бы по барабану, ты обещал нам стак золотых монет? Обещал? Мелкий, обещал? Обещал. На камере все запечатлено. Дверь закрыли по писяке. На камере все запечатлено. Запечатлено. Ты обещал 2 стака золотых монет, один стак дал. Один стак есть, второго стака нет. Так нас ограбили, где я их возьму? Я не знаю. Иди у мамы попроси. Мне как без разницы. Давай. Рогатку отпустил. Ты слышишь, ты на мелкого не быкую. Эти ваши 2 пистолета мелкий со своей рогаткой вам вот это запихнет. В одно место друг другу, на перекосок.
Чтобы вы просто понимали, на что способен мелкий. Поэтому, ну, даже не быкуйте на него. Мама, дай стак золотых монет, прости, сынок, но денег нет. Короче, мелкий! Ты здесь. Денег нет, вещей нет, один фейс да нубики на стене. Ну ладно, зато у нас есть контент. Мы придем домой, я это все смонтирую, выложу ролик на YouTube. Вот прикиньте, реально, тут можно серию такую забабахать, что школьника ограбили. Просто шок-контент. Подожди, Пикачу же есть? Пикачу есть. Плевать на этот стак золотых монет, он нам их сейчас 100% не даст. У него реально нет, их просто грабанули мелкие, мы вообще не вовремя пришли. Хороший Пикачу там. О, ладно, школьник. Походу, ты нас обманул. Никакой ты не богатый школьник, обычный школьник. Вот слушает Фейса, ну типа ничего такого примечательного нет. Ты, походу, нас обманул, и тут нечего снимать. Я думал, то, что я приду, здесь у тебя будет 30 компьютеров, Sony PlayStation, Xbox, какие-то хоромы на Мальдивах, я не знаю. У тебя, оказывается, ничего нет? Нет, я богатый, это же только первая квартира, и еще есть дача. А, ну дача у всех есть. Ты там давай не преувеличивай, нифига у тебя нет. Все, мелкий, давай собирай майонетки, упаковывай камеру, пошли отсюда. Богатый школьник оказался небогатым, походу, нас вообще он киданул. Давайте я вас на Ламборгини покатаю. Она у бати в гараже стоит. Была бы бабка вот здесь, та с первого подъезда, вот с первого этажа, она бы сказала, хуй Ламборгини. Какое Ламборгини? У тебя дома на стене фейс стоит. У тебя компьютера даже нет. У тебя в бати в гараже Ламборгини. Вот прям серьезно? Мелкий, ты ему веришь? Вот и я что-то не верю. Хорошо, мы тебе дадим второй шанс. Мы придем через несколько дней, и ты нас покатаешь на ламбухе. Хорошо? Вот, посмотри, у тебя даже дома лампочек нет. Мне интересно, что за дебил лампочки украл. А, ну ладно, значит мы в минусе, да? Ты нам стак золотых монет не дашь. А кофе хоть есть на кухне? Мне кажется, кофе у всех есть. Ворта кофе 100% старты бзить не мог. Короче, мне кружечку кофе, а мелкому... кружечку молока принеси, пожалуйста, кружечку. Ладно, все, пошутил, мелкий. И мелкому тоже кружечку чая принеси, пожалуйста. Мне постер Бэтмена, а тебе Пикачу. Сваливаем, чертовой бабушки, отсюда! Все, полицейский, короче, мы закончили съемку. Давай, давай. Закрывай дверь! До свидания, проход закрыт, не выходить, не входить, проход закрыт, мелкий! Постер Бэтмена и Пикачу! К чертовой бабушке вообще с этого демонического города сваливаем! Слушай, преступность на каждом шагу! За нами никто не гонится. Гонится! Мелкий! Сваливай! Сваливай автобус! Ждем автобус! Давай спрячемся где-то. Они за нами. Да, мелкий, текай за городу как можно скорее. Давай, 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 давай! Мелкий, мы с тобой опять влипли. Как говорится, как я уже сказал, не мы проблемы ищем, а проблемы нас ищут. Давай в этом в подъезде спрячемся, в этом паднике. Давай, давай, быстро, 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 быстро. Мелкий, иди сюда! Иди сюда, быстро, быстро. Фу, так, сюда. Они видели, куда ты забежал? Нет? Значит, они сюда не забегут. Ну, вроде как пронесло. Смотри, что я старотыбзи. У меня постер Бэтмена. А у тебя Пикачу. Ну, хотя бы в каком-то плюсе, да мы с тобой остались. Здесь вообще хотя бы свет на каком-то этаже. Вот здесь есть. Хотя дура. Ну, хорошо, что хотя бы не моя. Садись. Ну, они не видели, куда мы забежали. Но нужно заканчивать мелкие как можно скорее, пока нас не спалили. Ставь лайк, если хочешь новую серию жизни ютубера. Мелкий, сколько лайков нужно набрать, скажи, пожалуйста. А, ну да, ты же не можешь, ты же не мой. 20 тысяч набираем, сразу же выходит новая серия. И, кстати, если у тебя кнопочка подписки горит красным цветом, нажми, пожалуйста, чтобы она засветилась серым. Вот прям обязательно, потому что у нас такой челлендж. До моего дня рождения набрать 4 миллиона подписчиков. Помоги нам, пожалуйста, с мелким, если тебе, конечно, не лень. Я тебе скажу огромное спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока. Мелкий, попрощайся. Ну да, ты же не умеешь, ты же не мой. Ну хотя бы рукой помашу. Да я пошутил! Я пошутил!